Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Тайна НЛО. Часто люди видят, когда похищают других людей, зеленый свет. Как вы думаете, почему при похищении иногда бывает зеленый цвет? Никто понять не может, но всем известно, что НЛО знает человека от А до Я. И знает, что красный цвет – это агрессия. Но в один день случилось много чего странного. Похитили кое-кого. Я не буду говорить, но суть в том, что при ярком зеленом свете парень или девушка могли подойти, и их похитило НЛО. Конечно, нет таких интересных действий, которые НЛО может просто играться с нами. Но есть и другие кадры, какие необычные, который был замечен в Таджикистане. Яркий свет яркого НЛО появился в небе, но удивительно, вообще все происходит у нас. Да и ладно, что появился, но видели прям армаду НЛО в Китае, в горной местности, где люди просто отдыхают и хотели посмотреть интересные пейзажи, они увидели не горы, а еще страшнее. Посмотрите, что они увидели, и вы будете шокированы. Но досмотрите до конца, оставьте комментарий, подписку и лайк. И приятного вам просмотра.